дримкомплект. Анасо фигура. Патик. Дарил морозик 40. Минус. Гур не выдержал. Хотя потек уже на прогретую, я просто решил прогазовать машинку. Слышу, завизжал под машину, блять, а там хороший такой напор. Но долили литр, ну не литр, пол-литра, ну уже в общем литр долил, потому что пока туда-сюда поездил, уже литр долил. Дикстрона третьего. Сейчас поедем, посмотрим, можно ли его реанимировать. Почему контрактный не взял? Ну, потому что дорого стоит, 5-6 тысяч. Такие дела. Туда я поехал, блин. Надо разворачиваться. Машина Camry Grazia. Типа Mark II Qualis, только Camry. Мотор 2.5, 2MZ, 200 лошадей. Насос Гура стоит где-то 5-6 контрактных. 4500 китайский. Посмотрел на марку, на своего. Насос стоит там в среднем 1000. Вот такая разница. Ну, скажем, такой как бы редкий двигатель. Редкая машина, поэтому, видимо. Просто мало их налить. Там их всего-то 3 штуки на всей площадке. Для того же марка их там больше 100 предложений. Отсюда и цена. Так, мы почти подъезжаем к сервису. Будем надеяться, что все получится, обойтись ремкомплектом. Сука, серьезно? Наши деньги. На, серьезно. Ты не верил. Машина, кстати, универсал. Здоровенный сарай. Очень труднодоступном месте. Мастер негодует. Вот он. Вот там. Отсюда не подлезть, яма не подлезть. Вот как-то тут. Из-под колеса пытается подлазить. Вот он. Все в масле. Сейчас сняли шланг, сливается. Все в масле, потому что за пару дней я литр долил. Месяц снегом это там все засрало хорошенько. Вот такой сложный мотор. 2МЗ. Свечи тут тоже. Жопу менять. Зато с люком работает. Даже там стойки тейн были. С регулировкой. Сейчас обычные стоят уже.
антибук, стырка, подогрев зеркал. Как бы для старой Toyota хорошая комплектация. Время 12 ночи, заехали мы в 5 или в 6, вот только выехали, поменяли, перебрали гур, поменяли сальник, резинки, прокладку. Гур не бежит, но все равно у нас бежит. Вот теперь уже шланг высокого давления, что не может не радовать. Ну, шланг, думаю, стоит так же, как и гур, космических денег. Вроде есть контора, которые делают шланги раза так в 4 дешевле, чем купить его готовый. Завтра, послезавтра буду искать, где это, такие ребята, и обращаться, узнавать, что почем. Ну а так, да, шланг хорошо бежит, даже очень. На улице гололед. Температура 21 показывает, но это еще остывает, с бокса только выехал. В боксе, понятное дело, плюс был. Угла не дадим, мы не на марке. Можно выключить кнопкой. Оп, загорелся ТРК. Можно включить. Потухло. Так как хороший морозик, надо заправиться. Машина на прогреве. Заводится по времени каждые 4 часа. Кстати, градусник уже 28 показывает. Сколько? Пару минут назад вот авария случилась. К несчастью. Пару минут назад было 21. Сейчас 28. Больше 30 на Toyota, ну, на этих старых не показывает. Что на марках, если такой же климат стоит, что на грации. Больше 30, ну, меньше 30 не показывает. Это уже 29. Ну, короче, понятно. Опять под 40. Машина, конечно, отлично.
низов хорошо тянет, на верхах хорошо подкидывает. Ну, с двушкой, конечно, не сравнить с морковником. Но опять же, не такая колоссальная разница, чтобы свапать двухлитровый марк на 2,5 атмосферный. То есть смысла вообще никакого. Так как по стоимости это 1070-80 спокойно выйдет. Если свапаться, то только у Z либо GTE мотор. Ну а лучше всего у Z-тик, да на компрессоре. Купили, короче, шланг обратки на гидрач. 200 рублей стоит. Обратка у нас не бежит, но на всякий случай взял. Шланг, кстати, от Виндома. Может, даже не подойдет, поэтому не подойдет, сдам обратно. Сейчас едем за шлангом высокого давления. Этот невысокого. Это обратка. Сейчас возьмем шланг высокого давления. Шланг на следующей разборке у нас будет от Квалиса, Mark II Квалис, но он ВДовый. Там получается трубка металлическая, она другая, не такая, как на переднем приводе. Но сами резиновые вроде, ну, совпадают. И они вроде откручиваются от металлической. Поэтому сейчас возьмем, ну, и на мою трубку переставим. Трубки-то ничего не будет. Бежит у меня там, получается, два резиновых высокого давления. У меня бежит один верхний. Сразу два поменяем. Башню, пока срываю вишню. Еще вчера неважным, сегодня станет слишком. Танцую по-дурацки, чтобы казаться нужным. Мой самолет бумажный, твой поцелуй воздушный. Конечно, нет запретов, я стану кем захочешь. Если слегка пытаешь, останемся до ночи. Смотри, какой он грустный, сделаю его счастливым. Хотя бы на сегодня, сегодня все красиво. Шланг 400 рублей. Ну, все, едем пробовать, устанавливаться. Вот этот шланг поменяли. На коллекторе раз крепление. Еще внизу там одно.
как и говорил, от выдовой получается. Только резиновую часть взяли и все. Чичи свежей нету. Это старая.